Попытка номер два. Он атакует вот так. Так же быстро движется не он. Просто вот так вот бегаем. И ничего нам за это не будет. Неплохо, неплохо. Приехали. I'm the boss of bosses. Но с супером надо осторожней быть. Да, всегда нужно понемножку начинать.
Ну и еще 22 трофея за пару минут. Итак, я думаю, что на этом нужно прерваться. Неплохо мы умеем играть ворона. В будущем он, как и Сэнди, может принести кучу пользы. Именно привести меня к 13 тысяче трофеев. Из неразблокированных остались только Спальк и Леон. Будем надеяться, что в скором времени и они появятся в нашем арсенале. А сейчас всем до скорой встречи, всем пока!